мы приехали в Казань. Наше очередное путешествие, мое очередное путешествие этого лета. И завершающее, потому что уже последняя неделя. Очень красиво, великолепно. Это мой новый город России. Не похожий ни на какой предыдущий. Мне здесь очень нравится, несмотря на то, что я очень маленькое количество времени здесь нахожусь. Прекрасный закат, прекрасная атмосфера. Здравствуйте. Что за пистолет? Я его сейчас поглочу. Дайте съем пистолет. Что за папарацци, а? Если провести прямую линию вот от этой башни, как раз вот здесь завершались южные стены ханского Кремля. Это были...
Вот она, Волга, большая и красивая. Я вижу ее второй раз в своей жизни. Заканчивается наше двухдневное путешествие в Казань, в Великий Волгар. Очень-очень красивым, очень красивая достопримечательность, это белая мечеть. И что можно вообще сказать про эти два дня? Я вообще обеими руками за туры выходного дня. В принципе, я люблю путешествовать и одна, и так получилось, что я с группой в этот раз путешествовала, но... За два дня я, как уже сказала, может быть, я сейчас повторюсь, но ты успеваешь увидеть гораздо больше, чем ты видишь за неделю, когда у тебя есть много свободного времени, и ты действительно начинаешь ценить это время. И заканчивается лето, потому что сегодня последнее воскресенье августа и последнее воскресенье лета 2019. И я хочу вам сказать большое спасибо за то, что на протяжении вот этих вот летних путешествий вы со мной. Я хочу сказать спасибо большое моим подписчикам в Инстаграм, которые смотрят меня, которые читают мои записи о том, как я путешествую. Спасибо большое тем, кто делает это ВКонтакте, кто оценивает... Ой, какой ветер! Правда, это очень приятно для меня, и больше всего я хочу сказать огромное спасибо за то, что у меня на канале появились подписчики, и это дает надежду, и это дает большое вдохновение, море мотивации, чтобы развиваться. Поэтому до следующего влога, или я не знаю, что из этого получится. В общем, дождь! До встречи в новом другом городе. А в каком, я пока не знаю. Just like me, they saw it disappear.